Вы вот могли мраморную крошку где заметить? Только там, в стороне моста, да? А вот она валяется. Я привез туда, вы говорите, 7 тонн. С первых дней ее начали красть. Ее украли. Мы пришли, мы только 7 тонн высыпали, 7 тонн. По тонне мешки вот такие вот. Даже вот несовые жители видели, мы там разгружали 7 мешков вот таких больших. 5 сантиметров я выдержал слой. Мы утром приходим, метр на метр плюшина. Мрамора нету. Так камеры. Где они, камеры? Кто где? Мы сейчас, вот почему у нас несколько этих цветов еще не досажено. Директору пришлось у меня покупать определенное количество цветов, выкопанное нашими добрыми жителями. Мы цветы рассадили, это первый день, дико было. Сейчас уже вроде бы стоят на месте. Но это начало лета было, июнь. Угу. Как только, видать, садовод пошел в сезон. Мы садим, утром приходим, половина, ровно половина выкопана. Вот это опять подкопали, этого не было. Вот тут даже вот видно, но это плешины, это все воруют. 5 сантиметров здесь было, вот я вам серьезно, 7 тонн. Это просто вытаскивают. Вот он, везде, зачем так делать? Они просто, говорю, ребенок сидит, вот почему вот эти плешины. Мать сидит здесь в телефоне играет, он сидит здесь, гребет и туда, гребет и туда. Я замечание сделано, а что не нравится, это для детей сделаю.